На следующее утро отъезжаем. На той стороне видно Турцию и горы. Камера не очень фиксирует горы. Ну давай. Слегка снежные горы. Ratschläge. Zwei Adresse werde mir besuchen. Schumpfmanufaktur und Leder. Diese Abtei Bellepais möchte ich Ihnen zeigen. Dann zum Schluss die Stadt möchte ich Ihnen zeigen, wo ich keinen Zeitdruck mehr habe. In lockeren Art Seefestung. In Seefestung haben wir Schiffkraft, was wir da suchen. Schön, mein Hobel, das. Ездили мы в Никосию, там посещали компанию, которая торгует золотом, серебром, украшения эти все. Недалеко от нашего отеля остановились мы, нас привезли в такой вот большой магазин, где торгуют кожей и все такое вот. Сейчас зайдем, посмотрим. Приехали сейчас на другую точку, в кожаные фабрики, там зашел, сперва показали нам моду, потом уже зашли в комнату, где куртки всякие висели. Ну, меня сразу провели к мужскому отделу, спросили, какой интерес, какую кожу, объяснили. Короче, изготавливается, как я понял, все в Турции, из лам кожи, молодых ягнят таких вот. И она более практичная, не мнется. Более стабильная, можно растягивать, как он показывал. Я говорю, я бы хотел бы чем-то такое вот, как наподобие вот эти вот американские бомбояки, которые стяжка внизу у пояса и на рукавах стяжки вот эти вот, потому что если на мотоцикле едешь, то задувает это везде. Они сразу подобрали мне несколько. Я говорю, желательно еще бы было бы, чтобы внутри карман был, а там одна, которую подобрал, она была двухсторонняя. И не было вот внутреннего кармана. Цена была там высокая. Он показал, так реальная цена у куртки была 1750 евро. Он говорит, я сейчас 1000 прикрою, как ты насчет 1750 смотрится тебе, какую можешь цену предложить. Ну, мы торговались. Короче, он говорит, скажи твою цену, я сказал 200, он говорит, о, с этой ценой не могу я сойтись. Я говорю, ну, максимально для меня ниже 500 должно быть. Он говорит, 499. Я говорю, дороговато еще. Он что-то потом, я говорю, ну, 300. Он опять, 400, ну, я сейчас пойду это к моему шефу, боссу, спрошу цену. Босс согласился за 400, ну, я тоже согласился. Говорю, карман при счете внутренний, и все, договорились. Короче, куртка с двух сторон водонепроникаемая. Можно, как говорится, и так носить. Ну, посмотрим. Монастырь, конечно, разрушенный, находится на окраине поселения. Но туристы даже в плохую погоду приходят. Ступеньки закрыты, я бы с удовольствием поднялся туда наверх. Там флаг турецкий, цыпрский. Нам сказали, вот эта вот ветка, вот эти вот деревья, это не оранж и не мандарины, это другой вид. Их используют только вот для мармеладов и еще чего-то такого. Они кисло-горькие, как говорится. Горы. Это северные горы острова. Линия, которая 180 километров примерно длиной, эти холмы. Все, переходим мы в какой-то внутренний двор. Здесь у нас сама вот эта вот, наверное, или это к двору относится, это не капели. И не сам монастырь, вроде к дворю. А вот это вот, может быть, как раз и относится к монастырю. Плюс внутренний двор такой красивый. Красота. И хороший вид на море открывается. Все разрушено. Можем подняться наверх. Здесь наверху тоже места немало.
Отсюда видно внутренний двор лучше. Все разрушено. Может быть, даже и стены были, кто его знает. Здесь тоже какая-то задний двор и деревня вокруг. Там на горе находится здание. Как нам сказали, там находился бишоп, его здание. Кто себе мог позволить, он уходил подальше в горы. Там получше природа была. Спустился в погреб. Здесь у них еще и погреб есть. Две такие большие комнаты. И выход. Здесь немножко пахнет таким горелым. На улице с ветром чувствую холодно, елки-палки. Особенно здесь на горе. Точно 5 градусов. Там наш отель. Сейчас через полчаса мы поедем в центр города. Где-то там. Там видно порт. Вон он, порт. И нам где-то сюда вот надо. Где-то там будет центр. Крепость будет смотреть, центр еще другой. Все, сейчас покидаем. Мне холодно здесь на экране стоять. Блин, пальцы уже замерзли, камеру держать. Прям чувствуется, наверное, ноль здесь. Где ветер? Зима, елки-палки. Путеводитель говорит, вы притащили свою немецкую погоду сюда. Холод. Еще никогда не было здесь. Сколько он знает, никогда здесь не было такого холода. Где мы в монастыре были, там на северной части, там даже град выпал. Это сам монастырь здесь. Also Fahrt heute, letzte Fahrt. Мы приехали на крепость Кюрения. Мост такой проводит. Здесь такой ров высотой, как они говорят, что-то 23 метра, что-то такое вот. Ну, высокая стена. И здесь вот такой подход к самому порту, где стоят старые шлюпки. Зашли вовнутрь, это называется музей здесь, в самой крепости. Здесь сохранились, или нашли затонувшую лодку на глубине 30 метров. И большинство вещей с этой лодки показывается здесь. Тут стоит этот затонувший объект, который нашли. Груда старого дерева. Для кого-то очень, так сказать. Важная вещь. В других комнатах показывается, как другие первобытные здесь жили. Постройки. Остров и какие-то старые поселения.
Как здесь написано? Захоронение. Они не используют гроб. Здесь южные люди просто белой тряпкой обматывают. Как здесь вот видно, сам выкапывают яму такую, как пещера. И вот захоронили наподобие как мумия. А тут я не знаю, для чего этот комната со всякими принадлежностями. Все старые маслицы, как и показывает здесь, используется такой вот кувшинчик, который наливает масло в нижнику, такой вот кувшинчик, и здесь ага, горит огонек. Находимся в какой-то угловой башне, со всех сторон вода. Вот мы видим саму крепость красным, место, где мы находимся, вот сама башня. Сейчас на втором. Только что был я вверху. Здесь как оборудовали, кто. Как здесь штурмит. Но какой свежий воздух! Прям как в Сибири здесь, а. Вот я. Хорошо сделали, что можно вот так вот по стенам ходить, по крепости. Войне неинтересно, потому что холодно и сильный ветер. Спустился в порт. Здесь тишина. Большинство это рыбацкие шлюпки стоят здесь. Но есть тоже шлюпки для туристов, видно, там спереди вот эта большая деревянная. И, конечно, и вот это вот по прямой, это уже точно не рыбацкая. Сейчас на карте посмотрел, вот это вот посередине, как некоторые думают, что какая-нибудь это лайтхаус, ну, маяк. Но это не маяк, это когда заходили корабли, оборона была, если, скажем, кто-то зашел, чтобы обстрелять. Здесь стоит ракета. Ее подняли вот на таких на плавающих бочках, чтобы не присоединились всякие ракушки. Ну офигеть, турбина. Похоже, как на катамаран так вот. Это ужас! Как море бушует.